Алло, друзья, добро пожаловать на канал «Такие дела». Мы продолжаем проходить Outlast. В последней серии мы остановились на том, что за нами гналась куча дядек. Но мы перепрыгнули через огромную-огромную пропасть. Вот она, собственно. И слава богу. Только что у нас здесь делает, непонятно. Наверное, чтобы вода сливалась. А откуда ей течь? Неясно. Ладно, пока что движемся дальше. Эти двери закрыты вроде была, да, и хорошо. Так, что? О, я все понял. Гонки продолжаются. Нет, хватит дергать эту дверь. Это все, это конец. Нет, кажется, я могу перелезть. Они не могут перелезть. Так, все, бежим. Хорошо, хоть наш дядька не выдыхается так быстро. Так. Закрывай дверь. Что могу? Давай. Что, ты хочешь, чтобы я сюда залез? Закрывай дверь. Господи. Так, что-то меня спасло. Я в очень маленьком лифте. Здравствуйте. Ай-яй-яй-яй-яй, что ты делаешь? Придурок, блин, больные сплошные. Еще один больной, который переоделся. Непонятно во что. Похож на доктора какого-то. Здрасте. Что-то нам еще говорит, но мы не слышим. Нифига не слышим. Healthier than you look. A little cardio wouldn't kill you. Okay, here we go, arms and legs inside the car at all times. Что у него? Зачем он нас привязал? Ох уж эти психбольные. Так, что-то нездоровое здесь происходит на самом деле. Действительно, что-то нездоровое. Так, кажется, голова приходит в норму. Но, надеюсь, с ним нас не будут трогать другие больные. Но что делать-то? Так, надо пытаться раскачивать стул. Выход! Выход! Не надо туда! Выход! Так близко и так далеко. Вот зараза. Что у него в руках? Зачем-то проводами какими-то обвязался. И воткнул их себе в руку. Сумасшедший парень. Так, ладно, мы знаем, что есть лифт, на котором нам нужно добраться на 2 этажа вниз. Это мы запомнили, на всякий случай, чтобы, если что, мы, надеюсь, сбежим отсюда. Ну, надеюсь. Во всяком случае, он едет. Это хорошо. Блин. Убей меня. Ха. Ну, типично всех больниц, только с кровью. Сумасшедший доктор, блин. С ним бы хотя бы поговорить. Чего он хочет от нас? Где наша камера? Начал нас снимать больной психопат. Моча, кровь, кишки. Да правильно, да, вырывайся, надо раньше было. You know, I'm a bit worried how much time you've been spending with Father Martin. I know, I hope you haven't been letting him confuse you with all his holier-than-thou Bible-thumping. No offense to the man, but I sometimes worry he might just be a little bit crazy. Блин, зараза. It's understandable. Maybe people get scared. There's like to turn to God as anything else. God died with the gold screen. We're on to a more concrete... Хотя бы оттолкнулся бы, чтобы упасть. You have to rob Paul to pay Peter. There's no other way. Murder in it is the simplest form, but what happens when all money's gone? Well, money becomes a matter of faith. And that's what I'm here for. Ё-моё, чёрт! Отталкивайся! Что? Ай-яй-яй-яй-яй!
ё-моё, он пальцем подрезал. Ё-моё. Раскачивайся. Блин, давай. Тряси мышкой влево-вправо, влево-вправо. И так все было легко. Ты сделал раньше, ты бы достался бы с пальцами. И ушатал бы твоего доктора. Кто бы тут не блеванул. Блин, только не трогай своими зараженными пальцами. Тьфу, нормальными чистыми пальцами эту всю грязную кровь. Иначе, блин. Выход. Выход. Черт. Что с ним здесь сделали? Голову привязали зачем-то. Бедный парень. Вот его реально пытают. Да заткнись ты! Он же найдет нас сейчас. Нас же слишком хорошо видно. Что за бред? Нас же видно. Че нас не видит? Залезай под ту кровать, под которую он уже проверил. Сначала он пытал его. Ты свирепел. Смотрите на тень. Палец все еще отбрасывает тень. Fuck! Fuck, really? You aren't gonna walk on me! If there's one thing I cannot goddamn stand, все еще отбрасывает тень. It's a quitter! Ладно. Come on! Alright. Alright, you can figure this out. Может попытаться просто убежать? С другой стороны, снова нам леща даст. Что он здесь встал? Зачем он здесь встал? Так, ладно. Ну, чтобы он ушел отсюда. Иначе мы не сможем выбраться. Нет. На карты. Стоп, что идет. Зараза. Хоть бы он пошел проверять под той какой-нибудь кроватью. Опять сюда встал. Придурочный. Ух, жутенько. Нас же настолько хорошо видно, я не понимаю. Я действительно не понимаю, почему он все еще не дал. Он уходит или нет? Может, он считает, что мы куча мусора? Возможно. Блин, палец бы хоть герой наш себе перевязал. Есть шанс убежать. Ну что, рискнем? Раз, два, три, поехали. Так, бежим по кровавым следам. Как Стэнли Парабл. Чтобы воспользоваться этим лифтом, нужен ключ. Ха-ха.
Ай-яй-яй-яй! Фу. Только жалко, что мы касаемся этой крови, блин, она заражена нибудь чем-нибудь, зараза какой-нибудь. Почему наш герой не хочет отрезать кусок рубашки, оторвать и перевязать руку? По-моему, это вполне логично. Блин, лестница закрыта. Она уже настолько недалеко до выхода. Так, лучше, наверное, шуметь. Е-мое. А здесь там что-нибудь может быть нужным в конце коридора? Ушел, кажется. Надеюсь, во всяком случае. Записка? Интересно, может прочитать на паузе. Блин, напряженный момент такой. Это карта? Нет. Больнее. Ногу зачем-то мы привязали. Я уже не вижу смысла тихонечко открывать дверь. Тут священник. Даже доктор нас не нашел. Лучше закрывать. Не так громко, пожалуйста. Не хлопай, пожалуйста. Так, ладно. Движемся сюда. Я все понял! Беги, 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 беги. Я застрял, я застрял. Ай-яй-яй-яй, ушатал, хорошо. Блин, хреново. Вентиляция, где была вентиляция? Вы помните? Я нет. Я ничего не вижу. Перелезь, пожалуйста, перелезь. О, мы его развели, мы его развели. Вентиляция, смотрим на вентиляцию. Попытаемся сюда забежать. Хреново дело, очень хреново. Он бежит наверняка прямо за мной, да. Я застреваю, блин, прыгай. Да что ж такое, что ж ты будешь делать-то? Так, бежим пока сюда. Мы бегаем, видим, друг от друга по кругу. О, ужас какой. Сейчас он поймает меня на какой-нибудь моей ошибке. Заперто, как всегда. Ой-ой-ой-ой. Блин, я опять забежал в тупик. Ну мы же это делали! Давай, беги, 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 беги. Мне нужно найти вентиляцию в срочном порядке. Так, ладно. Стал чуть спокойнее. Где вентиляция? Кто-нибудь тебя видит? Я нет. Вроде здесь можно перелезть же! Ой, господи, как мы еле-еле уворачиваемся от него. Ну что делать? Бегать по кругу. Я больше не вижу других выходов.
кажется, я был близок к истине. Возможно, я нашел то, что нужно было искать. Так. Ладно, выживать мы можем. Без каких-либо-то проблем. Let's teach you the seven habits of highly eviscerated people. Так, кажется, он нас еще не заметил. Хорошо. Пока что мы идем сюда. Блин, а мне показалось, что это люк какой-то. Не так громко. Кажется, у нас есть шанс. Неужто? Просто как только доктор пошел по другому маршруту, мы смогли это сделать. Больной, молчи, пожалуйста. Вентиляция, вентиляция. Ух ты, мое счастье-то какое, а? Вот оно где счастье. Вентиляция. Фуф, чуть передохнуть. Надеюсь, мы выберемся отсюда. А то больше с доктором как-то связываться не хочется. Чуть-чуть не хочу прыгать, на самом деле. Ладно. Туалеты. Вот мы спрячемся, если что. Тут вроде получше. Так, тут можно перелезать. А, не здесь ли мы убегали от тех дядек? Лишь бы не тот сумасшедший доктор. Ключ от лифта, видимо. Здравствуйте, доктор. Что вы так будете тут бродить? Мне надо как-то назад попасть. Если бы я помнил как, было бы легче. Или знал бы как. Через вентиляцию, естественно. Но вряд ли мы прям в люк в потолке сможем влезть. Соответственно, надо назад туда бить. Подумай, что я в туалете, пожалуйста. Зайди туда, ладно? Друг. Так часто происходят одни и те же скримеры, я. Я забер. Так, видимо, нам надо бежать сюда. Закрывать двери. И... О нет, это выход не туда. Вентиляция хотя бы безопасности. Туда я вообще заходить не хочу, даже пытаться. А нам нужно туда. Прорыв. Закрываем эту дверь. Давай.
I'm not giving up on you. Ой-ой, 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 ой-ой. Ух ты, наш герой может не умирать. Даже может сражаться. Ой-ой. Отрежь его пополам. Пусть его разрежет пополам. Пожалуйста, пусть его разрежет пополам. Черт, лифт застрял. Выход. Выход. Так близко и так далеко. Опять. О, боже мой. Ну что ж, дорогие друзья, я все-таки предлагаю на этом нам заканчивать нашу серию. Я думаю, в следующей будет уже много чего другого интересненького. Ну что ж, подписывайтесь, ставьте лайки. Мне будет очень приятно. Такие дела.